Мир вам, братья и сестры, кто в нашем служении первый раз, добро пожаловать в церковь «Живой поток». Благословляем всех, кто с нами онлайн, и сегодня мы продолжаем с вами тему, серию проповедей на тему «Личные взаимоотношения с Богом», часть четвертая. Мое желание, чтобы вся наша церковь, она поняла, осознала и пропиталась желанием искать и иметь личное взаимоотношение с Богом. Поэтому, если вдруг вы пропустили по каким-то причинам первую, вторую, третью часть, я вас вдохновляю на нашем YouTube-канале, прослушайте эти части. Верю, что это будет для вас благословением. Конспект проповедей вы можете иметь на вот этих вот Bible App. Можете скачать это на телефон и там следить и иметь все места Писания. Сейчас мы переходим к четвертой части. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, мы говорили о примерах личных взаимоотношениях с Богом. Разные герои из Библии, такие как Моисей, Даниил, даже Иисус Христос, рассматривали это подробно. И мы дошли до 9 отдела, где мы говорили о результатах или последствиях личных отношений с Богом. И первым подпунктом у нас было «любовь к людям». То есть, что когда человек имеет личное взаимоотношение с Богом, то у него по-любому последствие или как результат этого будет любовь к людям. Это как напрямую связано. Без этого просто человек не может любить людей. Но именно питаясь от этого источника, так как сказано в Писании, Бог есть любовь, мы получаем иногда сверхъестественную любовь к людям, даже к тем, которые нас, может быть, не сильно любят или не сильно понимают. И сейчас мы с вами подходим к пункту B, результат личных взаимоотношений с Богом под названием «дружба» или «дружба с Богом». Здесь говорится о более близких отношениях с Богом, близких, глубоких взаимоотношениях и переживаниях с Богом. И я хотел бы вам привести несколько примеров из Библии тех людей, которых сам Бог называет друзьями. Перед этим хотел бы сказать вступление, что когда мы проводим много времени с любым человеком, то невольно мы сближаемся, мы узнаем больше друг друга, мы чувствуем больше друг друга. И я верю, что этот уровень, он возможен между человеком и Богом. И возможно, что-то нужно, возможно, это непривычно, это что-то не влазит, может быть, в наше понимание. Но в этом и есть, наверное, вот этот челлендж или вызов, когда мы, как верующие люди, можем расти в познании, в развиваться в наших отношениях с нашим Господом. Несколько примеров тех героев из Библии, которых сам Бог назвал друзьями. Первый – это Моисей. Иакова, простите, Исход 33 написано, что Господь общался с Моисеем лицом к лицу, как бы кто говорил с другом. Именно так назван он другом. Второй пример – это Авраам. Написано Иакова 2 глава. Авраам, он имел веру в Бога. Это вменилось ему в праведность. И наречен другом Божьим. Снова еще одно место Писания, где говорится о том, что он был назван другом Божьим. Это Иакова 2 глава, 23 стих. Во всех этих примерах из Библии мы можем замечать или рассуждать над вопросом, почему эти люди были названы таким высоким титулом друзьями Господа. Моисей, мы видим, что он отличался особым послушанием. Я как-то говорил, что Бог ему давал нестандартные задания. И Моисей повиновался Богу и выполнял это. Также мы видим из Библии, что Моисей имел близкое общение с Богом. За Авраама тоже можно сказать, что он достиг этого титула проявлением своей веры. На практике. Вера – это то, на что обращает Бог внимание, и также и послушание. Потому что написано также в Писании, что Бытие 22 глава, «За то, что ты послушал гласа моего». Авраам, он был тоже очень послушен Богу.
И вот эти люди, они как-то имели близкие, особые отношения с Богом. И третий, кого я хотел бы добавить к этому списку, это Давид. Давид именно тоже он обратил или привлек особое внимание самого Бога. Хотя был обыкновенным человеком, о нем написано Деяние 13 глава 22 стих. «Нашел я мужа по сердцу моему, говорит Господь, Давида, который исполнит все хотения мои». Деяние 13:22. Можно, пожалуйста, включать стихи на экран. И вот здесь, друзья, мы видим, что вот на этом персонаже хотелось бы остановиться немножко больше. О других, о них тоже можно говорить, но вот о Давиде хотелось бы поговорить немножко больше. Знаете почему? Потому что судьба Давида, она была очень необычная. И он отличался тем, во-первых, это большой человек. Он в своей жизни очень много пережил. Пережил очень много благословений, а также пережил очень много скорби и горя. Почему он именно назван, ну, таким особым вот мужем по сердцу Бога? Интересно, потому что для меня это очень интересно. Ведь он совершал большие ошибки в своей жизни. Он совершал тяжелые грехи. На его имя записано, у него есть кейс убийства. Также такой большой грех, как блуд. И тем не менее, Давид как-то вот назван мужем по сердцу Бога. Он переживал и выполнял большие миссии для Бога. Он также в своей жизни переживал гонения, страдания. Он был в бегах, боялся за свою жизнь. Против него восставали враги незаслуженно. Даже его сын против него восставал. Он, казалось бы, ну, был наказуем, был наказан самим Богом. Он сколько в своей жизни пережил? И вот почему он назван вот мужем по сердцу Бога? Вот давайте над этим немножко мы с вами порассуждаем. И первый пункт, почему именно он имел такие близкие вот отношения, или почему он назван мужем по сердцу Бога, потому что он, Давид, имел личные взаимоотношения с Богом. Это наш первый пункт. Он имел личные взаимоотношения с Богом. В чем это выражается? Если можно, next slide, там, пожалуйста, догоняйте. Итак, Псалом 62, второй стих, там выражается вот его отношение с Богом. Псалом 62, второй стих. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Здесь говорится не просто о том, что человек выполняет какую-то такую, ну, работу, его заставляют, он должен отметиться, он как-то должен это отбить, это время, должен как-то откланяться, отмолиться. Нет, здесь говорится, что это изнутри у него исходит. Все его естество, его плоть томится, мучится, он этого ищет, он жаждет, он стремится, сильно хочет, он это делает с самого утра. Начиная свой день правильно, начиная свой день с отношений и взаимоотношений с Господом. Написано, что его душа жаждет, как вот человек хочет пить, без этого он не может. Он говорит здесь о том, что это ты мой Бог. Он признает, что это не просто Бог мамы, это Бог моего пастора, дедушки, это мой Бог, это лично мой Бог, которого я люблю, которого я ищу. Томлюсь от ранней зари, с самого утра. Он строит, проводит время со своим Господом. Дальше Псалом 16, 15 стих. Написано, «А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Псалом 16, 15. «Я, пробудившись, буду насыщаться». Вот вдумайтесь вот в это слово. Что делает Давид? Он питается, насыщается. Он это сравнивает преобразно с пищей,
которая необходима для каждого человека каждый день. Вот к такому он приравнивает время с Богом, отношения с Богом. И снова подчеркивается, с самого утра я встану, и я буду питаться. Я буду насыщаться, питать свой дух. Вот насколько важно для Давида было личное взаимоотношение с Богом. И здесь также подчеркивается постоянство, потому что мы с вами питаемся ежедневно. Дальше, Псалом 51:3. С 1 по 3 стих. Псалом 51, с 1 по 3 стих. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, царь мой, снова, Бог мой, ибо я к Тебе молюсь, Господи, рано. Услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Рано предстану пред Тобою, Господи, и буду ожидать. Вот здесь вот я хотел бы немножко добавить, вот здесь вот часто люди рассказывают, Бог мне сказал, Бог мне сказал. А я хотел бы, чтобы мы на это посмотрели со стороны человека, который не знает вообще, как это. Со стороны, может быть, человека, не знающего Бога. Как-то мне один человек сказал, что вы там все рассказываете? Бог сказал, Бог сказал. Как Он сказал? Расскажи мне на практике. Вот я хотел бы вот этот момент объяснить немножко более доступней. Когда человек приходит к Богу, есть такой процесс, который называется в Библии рождение свыше. И человеке возрождается его дух. Дух человека оживает, и он встает живым. Человек может иметь общение, связь с Богом. Это возможно только после рождения свыше, после возрождения. Если вы не совсем знакомы с этим процессом, вы можете больше узнать, спросить. Этим я хочу подчеркнуть, что Бог имеет дело с духом человека. И когда мы говорим о личных взаимоотношениях с Богом, и когда мы приглашаем или, может быть, так скажем, поднимаем планку выше, несмотря на то, что вы уже, может быть, 20 лет верующие, но у вас с Богом в молитвах почти всегда монолог, то я хочу просто рассказать, что есть возможность и общаться с Богом глубже. Когда мы общаемся с Богом, и мы можем слышать голос Божий в дух, это не значит, что мы физически всегда слышим голос Божий. Хотя это возможно. Это исключение, это возможно. Но чаще всего это приходит просто ясность, очень четкое понимание, труднообъяснимое. Но в духе ты знаешь, это не ты сам себе. Это не кто-то тебе через стенку крикнул. Ты понимаешь, это ты получил в духе. От Бога. Вот это, что мы называем больше всего, Бог говорит в дух человека. И когда мы говорим, вот здесь вот мы читаем, я встану рано и я буду ожидать. Помните, мы с вами говорили в предыдущих частях, что в молитве можно говорить. Есть время, когда мы говорим Богу, а есть также время, когда мы можем и молчать, и что-то тоже от Бога слушать, получать. Вы слышали свидетельство, что не всегда мы слышим. Иногда мы просто, вот кажется, время прошло минут 15. Но когда мы развиваем, когда мы упражняемся, когда мы познаем Бога ближе, больше, глубже, мы начинаем что-то на новом уровне от Бога получать. И вот этот вот период, когда я стою и я ожидаю от Бога, ожидаю, возможно, иногда в тишине, иногда даже у меня было, я лежал на кровати, и ко мне приходит ясная мысль, я Богу много молился, задавал Ему вопросы, как вот поступить в этой ситуации, что это значит. И однажды лежа на кровати, но я размышлял о Боге, и вот просто приходит такой ясный ответ. Я аж удивился, как это? Как это я раньше об этом не думал? И вот Давид говорит об этих отношениях, о том, что я предстану рано, и я буду ожидать. Значит, он начинает день, его личные взаимоотношения. Я начинаю день. Возможно, вам нужно найти PowerPoint, который я пересылал по имейлу. Извините, это я с прожектором там даю им. Они не могут найти стихи из Библии. Там было несколько версий, пожалуйста, проверьте имейл.
Возвращаясь к нашей теме, Псалом 56, где еще, где Давид рассказывает о том, что он прославляет Господа даже в своих трудностях. В своих трудностях, например, убегая от Саула, спасая свою жизнь, Псалом 56, 6 по 8 стих, написано так: «Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, готово сердце мое, Боже, готово, буду петь и славить, воспрянь слава моя, воспрянь псалтирь и гусли, я встану рано». Интересно то, что даже этот псалом, он начинается, и там в вступлении написано, что Давид, он в это время, он в страхе, он в скорби, он убегает от Саула. И смотрите, вот что интересно, он говорит: «Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла». То есть его настроение, его лицо, вот внутренние переживания, ему очень-очень тяжело. И смотрите, и дальше, в этом же следующем стихе, через запятую, он говорит: «Господи, готово сердце мое, буду петь и славить». Давид, так подожди, что за перепады? Ты только что рассказывал, что твоя душа поникла. Только что ты рассказывал, что враги поставили сеть. И потом запятая: «Господи, буду славить тебя, Господь, готово сердце мое». Интересно, что именно вот в трудные свои сезоны жизни, самые трудные, когда жизни грозила смерть, вот в эти моменты проявляется снова его взаимоотношение с Богом. Вот в эти моменты он начинает прославлять Бога, славить Бога. Помните, мы с вами проходили тему, как иметь мир во время испытаний. И там была одна очень-очень важная фраза. Прославление заменяет волнение. Очень стоит запомнить и практиковать, и она помогает. Я пробовал. Прославление заменяет волнение. Когда мы Бога славим, в этом есть проявление нашей веры. Это не слова, это уже на делах проявление. Вот почему Давиду, когда ему было очень тяжело, он славил Бога. Прочитаю вам еще одно место Писания, этого нету на экране. Это здесь описывается состояние Давида. Псалом 101, с 5 по 9 стих. Написано: «Сердце мое поражено и сохло, как трава. Я забываю есть хлеб мой». Друзья, кому трудно? А кому так трудно, что вы забыли покушать вчера? Уровень трудности. Улавливаем? Трудно так, я забываю есть хлеб. От голоса стенания моего кости мои прилипли к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне. Не сплю, сижу, как одинокая птица. Вот кому одиноко? Кто, может быть, узнает себя вот в этой поэме? Я как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, злобствующие на меня клянут меня и так далее. Вот здесь вот снова и снова описывается вот состояние души, тесноты и скорби Давида. И здесь вот, говоря о своих страданиях, здесь же он вставляет: «Я буду славить». Воспрянь гусли, псалтирь, я встану рано, я буду славить. И начинает это утро с утра. Хотя проблемы вчерашние не закончились. Утром проснулся, это не значит, что обязательно все твои проблемы решились, но он начинает с прославления и хвалы своему Богу. Вот здесь вот мы посмотрели с вами несколько вот его молитв, которые вот нам немножко показывают все грани отношений с Богом. С утра к тебе жаждет душа моя. Я буду ожидать тебя в тишине иногда. Мне тяжело, я буду тебя все равно славить. Я тобой буду питаться, насыщаться. Видите, как вот это вот все внутри, оно изнутри выходит. Не тебя за уши тянут, к Богу иди общайся, а ты к Богу тянешься. Ты без этого жить не можешь. Вот здесь, я думаю, яркий пример отношений личных с Господом. Псалом 87, с 14 стиха написано: «Господи, взываю рано утром, молитва моя предваряет Тебя. Для чего Ты, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лицо Твое от меня? Я несчастный.
Ты удалил от меня друга и искреннего. Интересно, что здесь тоже в своем одиночестве Давид снова говорит и везде видит Бога. Он говорит: Господи, Ты удалил от меня друзей. Можно же думать, друзья предали. Такое бывает. Можно же думать, что я одинокий, все плохие не замечают. Каждый только свое строит. Он как-то, вот видите, у него мышление как-то по-другому работает. Когда его семей злословит, говорят: так давайте мы его накажем. А он говорит: а что если Бог позволил этому злому человеку меня злословить? Кажется: Давид, ну ты такие вещи говоришь. Ну в наше время это невозможно, нереально. Ну если кто-то меня злословит, ну я разберусь, ну я скажу, ну я объясню ему, что так нельзя делать. А Давид думает: а что если Господь разрешил ему? Что если Господь допустил это в мою жизнь? Он видит во зле, даже он видит Бога. Я одинок, друзья меня оставили. И он снова с Богом этот диалог ведет. Видите, он с Богом разговаривает. Он одинок, он от этого страдает, мучается. И он говорит: Господи, Ты скрываешь лицо свое. Оказывается, здесь он даже признается в том, что он как-то потерял близость с Богом. Бывают такие моменты, что вроде бы сходил в церковь, вроде бы с Богом, вроде верующий, но понимаешь, что у тебя близости с Богом настоящей нету, нету ее. Есть ритуалы, есть привычки, есть какие-то молитвы стандартные, и слава Богу за то, что хоть они есть, но вот этого близкого, такого жажды, переживания нету, не движет нами вот эта любовь к Господу. Иногда нами движет страх, мы убегаем от кризисов. И вот это нас как-то загоняет в угол, и мы к Богу обращаемся. Но здесь движет что-то другое. И человек, он выражает свои эмоции и говорит: я потерял связь, близость. Господи, Ты скрываешь лицо свое. Я один. И можно, знаете, в этом одиночестве так в депрессию накрываться одеялом, накрываться, укрываться, на людей обижаться, от злости разрываться. А он ползет в другом направлении. Господи, не скрывай лицо свое. Господи, мне тяжело, я сам, я одинок, я как пеликан в пустыне. Господи, я встану рано, я буду ожидать. Человек не успокаивается. Он ищет близких взаимоотношений с Богом. Псалом 107. Снова и снова: я встану рано, я буду славить Тебя. Господи, но читая его жизнь, вот псалом до и после, там же, кризис за кризисом, одни трудности, враги. Я вообще, вы знаете, читая вот эти псалмы, я всю жизнь читал псалмы Давида как-то по-другому. Но вот 2 недели буквально назад я начал читать эти псалмы совершенно по-другому. Я читаю эти молитвы, какие они глубокие. Мне сейчас вот все, что мне хочется читать и учиться вот этим взаимоотношениям с Богом. Но ведь почему он назван мужем по сердцу? Я так помечтал: ну а что если я когда-нибудь, я тоже хочу быть не ради титулов, но ради вот этого отношения такого с Богом, быть вот этим человеком, мужем по сердцу Бога. И вот мы с вами прошли первый пункт, почему именно он назван мужем по сердцу, потому что он имел личное взаимоотношение с Богом. Об этом так много написано. Пункт номер 2, почему именно Давид был таким человеком, это потому что в нем была особая способность каяться перед Богом. Особая способность приходить к Богу в покаянии. Next slide. Здесь мы, знаете, видим с вами, что снова хочется напомнить, что Давид, он совершал большие ошибки. И такие ошибки, которые, мне кажется, в современное время вряд ли бы кто кому простил. Ну, среди людей, я говорю, особенно. И вот здесь мы видим, что как-то вот его покаяние перед Богом, наверное, тоже имело какой-то, другой уровень или особое значение. Псалом 50, с 4 по 6 стих, там написано так. Псалом 50, с 4 по 6 стих. После того, когда Давид согрешил, после его падения, написано:
многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я осознаю, грех мой всегда предо мною. Тебе единому, Тебе согрешил я, и лукавое пред очами Твоими соделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Друзья, можно ли было помолиться такой молитвой? Господи, прости меня за все. Аминь. Как эта молитва, как она считается, не считается? Valid, не valid? Ведь Бог же все равно все знает. Богу уже не нужно же деталей. Он же это все видит. Все видит. Но смотрите, как детально приходит в покаяние Давид. Перечисляются вот такие слова, я вам напомню. Он говорит: Господи, беззаконие, многократно омой, грех мой, я осознаю грех мой, Тебе, Тебе единому согрешил я. Вопрос: Господи, так подожди, так неужели Давид согрешил только перед Тобой? Ведь он же согрешил и перед людьми тоже. Он же убил мужа. Он же переспал с женщиной. Он же и перед тем серьезно виноват. Почему он говорит: я Тебе, Тебе единому я согрешил. Перед Тобой я виноват. Вот здесь, друзья, тоже мы понимаем немножко глубину, насколько человек, который делает грех, насколько он виновен в первую очередь перед Богом. Прежде чем он виновен также перед человеком, но первее всего он виновен перед Богом, который дает ему каждый раз вдохнуть и выдохнуть. Он перед Ним виновен. Перед Творцом, перед своим Господом. И когда человек глубоко осознает свою вину пред Богом в первую очередь, он обязательно, помните, это уже как последствие, осознает свою вину перед людьми. Обязательно. Вы знаете, что я в жизни понял, что бывает, человек может сказать человеку другому: извини, ради выгоды, ради, чтоб не было скандала, надо, вот, чтоб прошло какое-то мероприятие. Но перед Богом он не чувствует, глубины вообще нету. Если бы мы, люди, понимали, что каждый раз, когда мы обижаем человека, другого человека обижаем, поступаем несправедливо, мы в первую очередь очень грешим перед Богом. Перед своим Богом и Господом. Вот почему Давид говорит: я Тебе единому согрешил. В первую очередь я перед Тобою каюсь. И он этот диалог, вот этот монолог его молитвы покаяния, он делает настолько детальным. Друзья, весь Псалом 50 посвящен покаянию. Ты когда читаешь, там настолько все вот он выражает, кажется, внутренность выворачивает наизнанку. Он там говорит такие слова, каясь, что: Господи, Господи, Духа Святого не отними от меня. Это Псалом 50. Можно сказать: Господи, прости меня. Но смотрите, как он далеко идет. Господи, Ты своего Духа Святого от меня не забирай. Это человек, который жил в Старом Завете. Вы понимаете, как он мыслит и понимает, и ценности по-другому видит? Он говорит: Господи, Дух во мне обнови. Во мне же Дух есть. Я в церкви, все нормально. Он говорит: нет, Господь, я так не хочу жить. Обнови, мне нужно обновление, мне нужна свежесть вовнутрь. Я хочу свежего. Господи, обнови меня. Не просто прости, очисти, оживи, обнови. Дальше он говорит: Господи, жертвы Ты не желаешь, я бы дал ее. Это в этом же псалме он пишет: я бы дал Тебе, он мог бы дать 1000 жертв. Но он говорит: Господи, я понимаю, что здесь вопрос не в жертвах, не ритуалы нужны, не обряды. И дальше он пишет: Господи, жертва Богу, дух сокрушенный, смиренный. Да, можно Богу и деньги дать,
и как бы чувствовать себя легче. Не в этом дело, друзья. Богу не нужны деньги, нужно сердце. Не в обрядах. Иногда мы себя успокаиваем, я в церковь пришел, я здесь сижу. У меня дома там что-то сделал хорошее, полезное. Не в ритуалах, не в обрядах, он понимает, не в жертвах. Он говорит, всесожжение это не... Богу дух важен, сокрушенный. Когда человек полностью, полностью осознает, каждая клеточка понимает, насколько мы зависимы от Бога. Вот о каких глубоких взаимоотношениях пишет и рассказывает Давид. Как он приходит к Богу в покаянии очень искренно и честно. Друзья, я верю, что и сегодня многим надо услышать и напомнить, что Давид был тем, который знал Бога. И когда Давид каялся, то он не пришел с мира. Он знал Бога, его можно по-нашему назвать верующим. И сегодня мы, многие здесь, большинство, они знают Бога, они верующие уже давно. И когда в нашей жизни мы совершаем ошибки, иногда вот это наше покаяние, оно такое дежурное, оно такое холодное, оно такое поверхностное. Иногда мы делаем, мы даже уже не извиняемся, мы даже уже не каемся. В каких отношениях может идти речь? Мы за некоторые вещи даже уже не просим прощения. Между людьми иногда у нас это очень сильно заметно. Кто с вами очень близко живет, вы же можете у них спросить. Иногда мы уже не замечаем. А когда нету это между людьми, значит и между Богом там тоже нету. Потому что первое идет Бог, а потом уже люди. Ты не сможешь любить людей, если ты Бога не любишь. Вот почему сегодня нам тоже важно вспоминать, что нам важно в жизни иметь вот эту искренность в покаянии. Даже если мы верующие люди. Другой вариант, альтернатива, это Саул. Когда Саул согрешил, то написано, он сказал... Я согрешил, но почти меня перед старейшинами народа. Вот это, друзья, мы сегодня. Для нас репутация перед людьми намного важнее, чем перед Богом. Репутация перед людьми, что скажут люди, особенно в славянском обществе, это просто, это нас душит, это раздавливает, это нас, иногда вот единственное, что нас движет вот в каком-то направлении, это вот, что люди скажут. Конечно, мы не хотим раздражать людей, мы не хотим поступать неправильно, но вот мнение людей для нас намного, намного в разы дороже, чем мнение Бога. Вот это Саул. И в конце он сказал одну очень истину. Очень правильную истину. Он сказал, почти меня перед народом, хоть я и согрешил, и я поклонюсь Господу Богу. Кто знает, что там написано дальше? Твоему. Не моему, а твоему. То есть у него личного соотношения с Богом не было вообще. Вот иногда бывает так у нас. Да, что вы скажете, я сделаю. Я приду в собрание, посижу в церкви вашей, и помолюсь Богу вашему. И сижу в этой living stream. И слушаю, и потом спою и помолюсь Богу вашему. А хочется, чтобы он был твой. Чтобы он был личный. Хочется, чтобы не искали мы почтения репутации у людей в глазах. А главное, чтобы мы переживали, какая у нас репутация в глазах Бога. Итак, вот второй пункт. Почему Давид был назван мужем по сердцу Бога? Он имел способность каяться, искренность. Он отличался искренностью. Я вам еще приведу пример, насколько в нем была такая честность. Третий пункт – это он в своей жизни дает место суду Божьему. Очень это проявляется в разных примерах. Мы это посмотрим с вами. Он разрешает Богу судить, наказывать, миловать, защищать его. Богу дает это право, сам это не берет на себя. Псалом 108. Со второго стиха читаю одно удивительное, такое интересное место. 108-й псалом. «Ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные. Говорят со мною языком лживым». Коварные, лживые. Вы себя проверяете. У вас есть такие на вашем пути люди? Коварные, говорят за вас лживо. «Окружают меня словами ненависти». Вооружаются против меня без причины.
Кто переживает несправедливость? Смотрите, без причины против меня, за любовь мою они враждуют на меня, запятая внимание, а я молюсь. Они враждуют против меня несправедливо. И такая вставочка, а я молюсь. Дальше, воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. А теперь внимание. Да будут дни их кратки. Достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами. Жена его да будет вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют. И просят хлеба из развалин своих. Да захватят их взаимодавец все. Все, что у него есть. И чужие да расхищают его имение и труд. Вау, Давид, как ты можешь такое говорить? Да еще и Богу. Ты же верующий. Правда? Давайте попробуем разобраться. Вроде бы так все нормально звучало, и вдруг такие обращения. Вдруг такая вот молитва к Богу. Господи, да будет дети его сиротами. Пусть жена станет вдовою. Другими словами, пусть умрет тот мой враг. И пусть достанется ему и его семье. Пусть они будут наказаны. В нем как будто выражается вот этот гнев, зло, ненависть. Эмоции проявляются. И вы знаете, друзья, что очень интересно, что Бог нас создал эмоциональными людьми. Все мы. Это же не то, что мы захотели. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но мы эмоциональные люди. Мы можем плакать, можем смеяться. И вот здесь вот свои эмоции Давид выражает Богу. Но интересно, что эмоции очень, так скажем, мягко интересные. Эмоции очень негативные, очень такие негативные, как будто зло выплескивается. И вы знаете, друзья, что интересно, что вывод, урок из этого, который мы можем взять себе полезный, что, друзья, очень правильно и очень честно выливать свои негативные эмоции Богу. Но не людям. Как у нас чаще получается? Людям. Ты меня обидел? Ты меня обидел? Ах ты! Лошадка взрослая. Их сразу, я ему текстану, я ему напишу, я ему сделаю, я позвоню, я дам, я разберусь. И вот эти вот эмоции негативные, мы же человеку, если мы смогли сдержаться, не сказали. Но они у нас были или не были? Внутри они были, оно кипело или нет? Бывает, что закипает внутри? А потом мы приходим, Господи, Владыка, я не хочу, чтобы мы с этого смеялись, я просто хочу, чтобы мы увидели иногда и поняли чуть другое. Чтобы мы поняли, что лицемерить перед Богом вообще не стоит. Просто вообще не стоит. Потому что ведь Бог же твои мысли знает. Он же их знает. То, что ты Богу это не сказал, а ты Богу сказал, Господи, там слава тебе, Господи, прости, помилуй. Это хорошо. Но ведь то, что ты подумал, Бог же это знал. Ему же известны помыслы, мышления твои. Бог знает. Так вопрос, лучше научиться выражать свои эмоции Богу, чем людям. Бог их и так знает все равно. Бог все равно знает, что внутри у тебя это было, вот эта злость, вот эта ненависть, оно распирало. Ты желал зла этому человеку, который тебя достал, обидел, оклеветал, обманул, обдурил. Бросил.
Но вы знаете, друзья, у нас в жизни получается на практике намного стабильней выливать все негативное людям. Рассказать все им, все свои эмоции, всю злость. Мы громкость добавим, мы крика добавим, мы все скажем людям. А потом придем так, успокоимся перед Богом и так нормально с Богом поговорим. Правда, у нас это получается лучше. У нас это получается стабильней. Знаете почему? Потому что мы не привыкли выражать свои эмоции Богу. Если у тебя получается промолчать, слава Богу, промолчать. Но если ты чувствуешь, что не можешь, то вот это, как ее можно назвать, если так можно назвать, вот эту эмоциональную бомбу, которую ты носишь, ты мечешься, ты носишь, ты просто, ну, ты бы сказал, но он же уволит тебя с работы, ты бы сказал. Ты бы и ей сказал, но ты же понимаешь, что нельзя, мы в обществе, мы в церкви, так бы, ну, смотрю, а мысли же идут. Вот эту эмоциональную бомбу хочется прийти и в Божьем присутствии так отпустить. Правда, что-то такое нестандартное. Но эмоции, которые в нас есть, позитивные и негативные, лучше выражать Богу. И здесь Давид, интересно, если продолжить эту мысль дальше, лучше выражать их Богу, чем людям, друзья. Меньше будет раненых, меньше будет обиженных, больше будет мира. А Богу иди, выливай, рассказывай, все равно Он насквозь тебя видит. Даже то, что ты подумал и не сказал. И дальше здесь интересно, что мы замечаем, что Давид выражает вот эти негативные эмоции, как будто бы желание вот этой мести, суда. Но тем не менее, Божий человек несколько раз, друзья, яркие примеры, он сам не приводит это в действие. Он дает место суду Божьему. И вот он приходит: Господи, ну вот хочется вот так этому дать, так назвать, так сказать. И он мучится из этого. И говорит: Господи, ну пожалуйста, ну решай, Господи, ну сприми мольбу мою, Господи. Смотрите, насколько Давид, он честный. Написано Псалом 16, с 1 по 3 стих. Псалом 16. Прими мольбу из уст нелживых. И дальше. Ты испытал сердце мое, Боже. Посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. И дальше написано. От мыслей моих не отступают уста мои. Здесь внимание, внимание, внимание. От мыслей моих не отступают уста мои. Вы понимаете, что уста сходятся с мыслями. А у нас как бывает? Одно думаю, или как там? Один пишем, второй в уме. Думаем одно, говорим другое. Иногда полезно не все говорить, что думаем. Но иногда же здесь, если вопрос подойти к Богу, посмотреть с другой стороны, открывается другая картина. И вот здесь вот Давид говорит, что его мысли, они сходятся с устами. И когда он приходит перед Богом, то даже то, что не очень приятное, он Богу это выливает. Господи, мне плохо от этого, я не хочу так поступать, я не хочу. Вы знаете, друзья, я вот пытался посмотреть на вот эти примеры жизни Давида, и у меня в жизни вот, ну, за 2 недели был случай, когда у меня тоже, ну, пришел этот прилив негативных эмоций, отрицательных, какого-то злого. Я пришел и сказал это Богу. Я сказал все, что я чувствую, все, что я... Я понимаю, что это неправильно. Я говорю: Господь, я не хочу так делать, я не хочу так поступать. Но я все это рассказал Богу. И знаете, чем закончилась эта молитва? Я сказал: Господи, я не желаю зла этому человеку. И я уже его не называл, как я сказал. Я уже его называл по имени. Я уже его благословлял. Господи, помоги мне. Господи, Ты есть судья справедливый. И здесь мы с вами можем на этих всех примерах сегодня учиться. Псалом 9, Давид говорит: Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный.
Видите, он говорит: Господи, вот эта тяжесть, моя тяжба, ты ее решай, ты ее производи, ты меня защищай, ты как-то вступайся, вмешивайся. Но он сам не шел на действие. Он не текстовал, он не звонил, он не обзывал. Вот он не шел, не мстил делами, не приводил приговор, который был, возможно, даже в мыслях. Не приводил его в действие. Он доверяет Богу суд. В самых тяжелых ситуациях, Псалом 7, 4 стих, написано: «Господи Боже мой, если я что сделал неправильно, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, то пусть враг преследует душу мою, пусть настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою». Смотрите, как уверенно. Смотрите, как он ясно излагает Богу: «Господи, если я не прав, то пусть то и то мне сделает враг». Кто может сегодня так смело помолиться? «Господи, если я не прав, то пусть втопчет мою жизнь в землю». Правда, у нас сразу вопрос: а что, если вдруг я по-настоящему не прав? А что, если лучше таких вопросов давайте не будем задавать самим себе? Так легче жить. А здесь Давид идет глубже, глубже. Видите, мысли с устами не расходятся. Помните, как Христос говорил: «Вы устами чтите меня, а сердце ваше далеко от меня». А здесь он говорит: «Мои уста и мое сердце и даже мысли сходятся». И здесь вот он показывает, что он доверяет и отдает суд в руки Бога. Очень смело молится. Разрешает Богу даже наказать себя, если он где-то в чем-то неправ. Псалом 9, 35 написано: «Ты видишь, ты взираешь на обиды и притеснения». Видите, снова он дает Богу право. «Боже, мне тяжело». Помните, я не ем хлеб, я одинокий, я в пустыне, я не сплю. Мне очень трудно, враги, незаслуженно, зло. И он говорит: «Господи, ну ты видишь обиды, ты видишь притеснения. Господи, я тебе отдаю, чтобы воздать твоею рукою, не моею, твоею, Господи, с большой буквы, твоею рукою». Вы знаете, одно дело, когда ты ранен, ты обижен, и ты не можешь ничего ему сделать в ответ. Хотел бы, но не можешь. А другое дело, когда ты можешь, но не делаешь. 1 Царств, 24 глава. Яркий пример. Давид и Саул. «Отец мой!» Саула называет: «Отец мой, я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай же, убедись, что нет в руке моей зла, нету коварства». Дальше: «Да рассудит Господь между мною и тобою». Снова право, право, вот этой несправедливости и горя отдает Богу. «Господи, да рассудит Господь между мною и тобою, да отомстит тебе Господь за меня. Но рука моя, моя рука не сделает тебе зла, мести. Я не буду платить злом. Я не буду». Снова видите, вот искренность, честность, как оно вот выражает, уступает Богу. Вот это, знаете, друзья, выражение своих вот эмоций. Вы знаете, вот Анна, да, вот она написана, молилась Господу и написано, изливала Богу душу. А в душе позитивные или негативные эмоции бывают? Правда, мы никогда не задумывались. Мы думаем, что у нас в душе только позитив. Но если быть честными, в душе же есть и скорби, есть же и негатив. Она Богу изливала душу. И если там есть что-то вот негативное, то изливай его Богу, а не мужу. Богу, а не жене. Если мы не научимся изливать Богу наши эмоции, друзья, мы их будем выплескивать на мужа, на детей, на жену. Мы будем, им будет доставаться. Потому что мы не научились и не привыкли это Богу. У нас там нету с ним отношений. У нас с ним нету ничего общего. У нас просто дежурная молитва. «Господи, дай и быстрее». Все.
Вот это такой чек-марк дежурный. Там нету отношений. Чего ему выплескивать свои эмоции? А вот с тем, с кем у нас более-менее есть какие-то отношения, вот туда мы и выльем все самое-самое не очень хорошее. Правда? Хочется наоборот. Хочется Богу прийти и потом сказать: Господи, ну я тебе отдаю. Господи, ты же видишь обиду. Господи, помоги мне в этом, в моем состоянии. Я не могу, я мучаюсь от этого. Мне плохо, я хочу выхода. Я понимаю, что он возможен только в тебе и с тобою. Давид говорит: да рассудит между мною Господь, между мною и тобою. Екклезиастам 8 глава 11 стих написано: не скоро свершается суд над худыми делами. И потому сердце сынов человеческих не страшится делать зло. Но это не значит, что суд не свершается. Написано в Библии: не скоро. Вот почему люди не боятся делать зло и делать грех, но он все равно свершается. Знаете, что еще можно добавить к этим трем пунктам? Почему муж, почему Давид назван мужем по сердцу Бога? И это уже нету на экране. Это потому, что он любил Божье присутствие. Если вы из Библии знаете, что Давид с этим ковчегом носился, помните? Носился туда-сюда, он его переносил, он его хотел, он его искал. А ковчег в Старом Завете – это был символ Божьего присутствия. Он всегда искал. Потом еще Давид, помните, он желал построить Богу дом. И написано в одном из псалмов, он сказал, 131-й, «Не дам сна очам моим, доколе не найду места Господу». Вы понимаете, какие это молитвы другого уровня? Но вот кто из нас так молился? Господи, не буду спать, пока я... Но вот я мучаюсь от того, что я не переживаю Твоего присутствия в моей жизни. Хотя он это измерял в другом. Он имел в виду храм, построю тебе место. Но вот он то ковчег он искал, то дом хотел построить. Он всегда вот занят был мыслью: Господи, Твое присутствие в моей жизни мне важно. Я его ищу. Это, вот видите, такие вот особенности, которые выделяют этого человека. Он был старозаветний герой, который жил по новозаветным принципам. Правда, интересно. Очень глубокие отношения с Богом. Жил во время Старого Завета, а молится: Господи, Духа Святого не отнимай, Господи, место Тебе я хочу найти. И еще что было в Давиде очень такое, я думаю, очень важное. Это желание и готовность исполнять волю Божью. Давайте прочитаем с вами Деяния 13 глава, 22 стих. «Нашел я мужа по сердцу моему». И вот здесь вот ответ, почему он стал мужем по сердцу Бога. Написано: «Который исполнит все хотения мои». Все желания мои. В английской Библии написано: «Он сделает все, что я сказал ему сделать». Каждому человеку Бог что-то сказал сделать. И вот это вот желание и готовность исполнять волю Божью. Но вы скажете: так, стоп. Так что Давид, значит, и даже в своих там грехах, и в своих ошибках тоже исполнял? Оказывается, друзья, вы видите, что Давид делал ошибки. И у него были падения. Но тем не менее, его, все его естество, все его мечты, планы, желания были направлены на то, чтобы исполнять волю Божью, иметь отношения близкие с Богом. Всегда старался быть честным, даже когда падал и делал ошибки, он был очень искренним человеком. И несмотря на его падение, несмотря на большие ошибки, он именно назван муж по сердцу моему. Друзья, знаете, как это к нам относится? Мы стараемся и будем стараться жить свято, угождать Богу и не делать ошибок. Но даже если мы делаем даже ошибки, даже если мы падаем, то помните, то, что для Бога намного важнее вот наша
отношения с Ним. Искренность, честность, способность каяться, приходить к Богу в покаянии, иметь вот эти отношения с Ним с самого утра, давать место суду Божьему, выплескивать весь негатив лучше Богу, чем на людей. Вот это вот то, что подкупает Бога. Вот, друзья, такой простой образ жизни на земле, где показаны столько граней, разные сферы, практика, как можно иметь личные отношения с Богом. Иоанна 15:15, последнее место Писания, Христос сказал: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не тот, ибо раб не знает, что делает Господин его. Я назвал вас друзьями». Я не знаю, как вы помните и что вы думаете об этом месте Писания, но здесь еще раз я вижу, еще раз подчеркивается вот это приглашение дружить. Приглашение иметь отношения с Богом ближе. Ближе, чем то, что было. Ближе, чем то, к чему привыкли. Я назвал вас, Христос, друзьями. А у друзей там отношения, правда, поближе, поглубже, почаще, подольше. Там есть и диалог, там есть и эмоции, там есть и слезы, там есть и покаяние, там есть все. Это есть настоящее отношение с живым Богом. Я надеюсь, что пример Давида, он что-то возбудит в нас иметь отношение с Богом на другом уровне. Да благословит вас Господь.